Пользоваться спасательным кругом сотрудники МЧС показали на практике. Кинуть утопающему, а затем вытянуть его на средстве спасения за веревку. Инструкции не сложные, но могут спасти чью-то жизнь. Мастер-класс провели и по использованию конца Александрова. Принцип такой же, только по форме средства спасения – трос с двумя поплавками. Профилактическое мероприятие провели в рамках акции «Осторожно, тонкий лед». Стартовала она в преддверии переходного периода, когда водоемы Владимирской области начнет затягивать льдом. Выход на водоемы в этот период категорически запрещен. Так как лед еще не встал, опасность он большую несет. Хотелось бы сказать родителям, чтобы они особое внимание уделяли детям, особенно в выходные дни, в каникулы, чтобы ни в коем случае они на водоемы без присутствия взрослых не выходили. Об этом уже успели рассказать 70 ребятам, 50 учащихся школы номер 21 областного центра и 20 студентов Владимирского политехнического колледжа стали участниками первого профилактического мероприятия в этом сезоне. Продлится акция до 15 декабря. На протяжении месяца спасатели будут проводить такие встречи с ребятами и предупреждать их об опасности тонкого льда.